Всем привет, с вами Штерик. И вот я тут решил сделать так, ну, в общем, я хочу, чтобы вы давали какие-нибудь такие сложные задания, которые я выполнял бы в GTA San Andreas. Ну, как? Ну, в смысле, вы пишите в комментариях, что я должен такого сделать там, а только что-нибудь посложнее, не детское там, а не побегать от копов с двумя звездочками преступления, а что-нибудь там пожестче, что-нибудь там. Думаю, вы поняли. Там что-нибудь такое экстремальное. При этом, чтобы желательно я после этого выжил. И я попытаюсь это сделать. А то, думаю, просто проходить сюжет, это не особо интересно. Что-то экстремальное в этой игре хочется. Ну, это все, что я хотел сказать. Давайте, пока.